текстах о дистиллированная вода. То есть это жизненная среда для главного героя выставки. Это вот «Золотая рыбка», она тут у меня выступает как такая метафора творческой мысли. То есть как искорка замысла или как такой, не знаю, божественная какая-то искра, которая рождается в сознании и дальше из которой происходит, собственно, все творчество. Вот. И этот текст, он специально лишен какого-либо, то есть нет никаких слов и пояснений, чтобы эта вода дистиллированная была чище, то есть чтобы смыслы, как вот такие тяжелые металлы, не нагружали бы эту жидкость, чтобы оставить как можно больше возможностей для интерпретации зрителям. Вот. Ну и название «На дне 3D» – это тоже такое, с одной стороны, горько, но с другой стороны, к вот моде сейчас технологии трехмерного изображения, которых, в общем, в кинематографе, в общем, новое впечатление от зрелища. Отправной точкой экспозиции служит картина Матисса с красными рыбками, разложенная по технологии на два слоя. Они, Матисс, один из первых, кто так локально закрашивать, делать плоским изображение. А здесь мы, пытаясь сделать его трехмерным, выпускаем рыбок, то есть вот зазор между двумя там, красным и синим слоем, отваливает как раз вот эта вот наша золотая рыбка, и дальше она как-то распространяется по экспозиции, и там с ним происходят различные приключения. Эту золотую рыбку подстерегают всевозможные искушения, опасности и житейские ситуации вот в виде такого вот замаскировавшегося под страшную рыбу, которая изображается, наверное, олицетворяет собой богатство и манит вот золотую рыбку нашу, чтобы как-то ее сожрать. И также настолько же опасна вот рыба, которая скрыта за нашими спинами, из угла подкрадывается к золотым рыбкам. Это такой этюдник, то есть такое стремление преуспеть именно в мастерстве. И когда человек придает больше значения процессу и технике, чем, собственно, смыслу. И некоторые золотые рыбки тоже попадают в этот опасный плен. На соседней стене есть такая опасная книжная полка, куда некоторые золотые рыбки так и льнут. Это вот такие чужие мысли, которые хочется порой подчеркнуть в умных книжках и как-то обогатить ими свое творчество. Хищные книжки тоже опасны очень для наших золотых рыбок. И вот как и чужие уже сотворенные формы художественные. Так порой бывает, что когда ты очень любишь какого-то автора, то в такое трепетное подражание начинаешь делать что-то очень похожее. И, в общем, это тоже очень чревато, конечно, для маленькой золотой рыбки. Золотых рыбок, которые гонят вот эту... Не то чтобы, конечно, это было так уж прямо около капитализма, но это такая довольно скучная, видимо, дорогая и старая, в общем, акула, которая попирается этими более шустрыми рыбками, но эти рыбки настолько увлечены самим процессом вот этого противодействия, что понимая их функция, наверное, нести какую-то творческую энергию в мир, она как-то ими, может быть, немного забыта. То есть они заняты тем, что борьбой. То есть это о таком левом искусстве, это даже немного в профиле, это стая рыб, она немного напоминает половину скульптуры Веры Мухиной, рабочий колос, собственно, напоминает рабочего. На стене вот самой длинной стене у нас рыбки, они оплодотворяют листы бумаги, а
накладывая на них икру и превращая их в произведение искусства. И вот здесь вот заколонные рыбки тоже они заняты творчеством. Они, в общем-то, это такая метафора архитектуры, наверное. То есть это такая жившая музыка, буквально ее метафора. То есть они из-за эти рыбки, из музыки, из-за метафорной ленты строят отчасти напоминающую Шуховскую башню конструкцию. Ну, и, собственно, вся экспозиция на том, что такой бесконечный карусель. Здесь нам предлагается посмотреть, есть сам фильм «На дне 3D». То есть это спектакль театра «Современник» по Горькому, совмещенный с последним фильмом Лени Рифеншталь «Как коралловый риф». И это такое псевдо-3D, то есть какое-то 3D, которое на самом деле невозможно видеть именно объемным. И предлагается его смотреть через такие фильтры, залагающие его на две части. То есть это рыбки вот эти вот нам предлагают выбирать, что смотреть, на коралловый риф или на бомжей. Путешествие на дно – это вот путешествие к сути искусства, что ли. Оно искало там красоту, Горький, наоборот, скорее, да, тоже вот в этом уродстве искал тоже какую-то вот правду, красоту. И, в общем, рыбки нам сквозь эти фильтры дают возможность выбирать, что нам, собственно, из двух этих слоев больше подходит. Очень меня интересует природа творчества, и мне кажется, что рыбка вполне подходящая метафора. То есть там, конечно, все процессы на электричестве, но и на химии, но мне кажется, что как-то через рыбку можно попробовать их визуализировать. Ну, вообще, вот самые какие-то невероятно ценные картины, типа Мона Лизы, их почему-то закрывают стеклом, они действительно оказываются в неком аквариуме, их отделяют стеклом от внешнего мира. Интересно, кстати. Они пытаются как-то герметизировать. Абсолютно. Они переводятся в другое измерение. Очень мудрая вот эта вот аллюзия получилась, да. Потому что вот Мону Лизу вообще не нельзя смотреть. Там, во-первых, все время вспышки, во-вторых, там бликует эта поверхность, она остается матовой. Нет сфумата вот этого леонардовского, она исчезает. Да. Ну, золотая рыбка, вы говорите, да? Что есть, может, какая-то аллюзия со сказочным образом, что из народных сказок. Ну, то есть, да, это что-то неуловимое и. То есть то, что случайно ловится, и при последующей попытке это все поймать еще раз, вот этого же старика, но это приходил только, когда он это зовет. То есть ее поймать еще раз невозможно. То есть это такой, как ускользающий импульс. А художник зависит от куратора? Или он не зависит от куратора? Он совершенно свободный человек и делает то, что хочет. А куратор – это тот, кто уходит за художником. Ваша точка зрения на это? Брать в общем некого куратора и некого художника. Это все, это же люди, и отношения между куратором и художником, так же, как между людьми. То есть, да, вот есть два человека, и у них разный там темперамент или разная какая-то, не знаю, харизма. Вот. И кто от кого зависит, это в каждом случае по-разному происходит. Но все мы же все друг от друга от чего-то зависим, и важно просто, наверное, не терять того, что ты, собственно, сам думаешь или сам несешь. И, ну, как-то совсем закрываться и говорить, что я в танке и не хочу ни с кем общаться, да, и еду по своему полю, и, в общем, кто попадет по дороге, тот сам виноват. Это тоже, наверное, ну, неконструктивно. Got more cool than biceps and lats. Peel holes back in the studio.